Многим из нас хотелось бы иметь недорогое эффективное средство, которое можно использовать в уходе за собой. В этом видео ты узнаешь полезные свойства вазелина и способы его применения не только в косметических целях. Поехали! Автозагар. Перед нанесением крема с бронзатором смажьте сухие участки кожи вазелином. Средство ляжет равномерно и вы получите красивый ровный загар. Стойкий запах. Перед тем, как брызгать духи на запястье и шею, смажьте кожу вазелином. Все дело в том, что это средство впитывает и лучше сохраняет запах. Губы. Используя это средство в качестве косметической помады, вы не только защитите губы от обветривания, но и избавитесь от всех неровностей и шероховатостей. Добавьте вазелин в щепотку корицы. Вы получите помаду, придающую губам желанную пухлость. Уход за кутикулой. Смазывайте околоногтевой валик вазелином каждый вечер перед сном. Это предотвратит сухость кутикулы и появление заусенец. Придание блеска. Вазелин поможет вернуть блеск таким предметам из кожи или ее искусственного аналога, как обувь, сумки, кошельки. Нанесите тонким слоем средство на поверхность, а спустя несколько секунд протрите натуральной тканью. Заевшая молния. Вы намного быстрее справитесь с заевшей молнией, если обработаете проблемный участок вазелином. Таким же образом подействуют средства на заржавевшие кнопки, пуговицы и мебельную фурнитуру. Полировка поверхностей. Нанесите немного вазелина на фланелевый отрезок ткани и пройдитесь им по столешницам и другим поверхностям из дерева. Мебель не только будет блестеть, но и намного дольше будет чистой, ведь вазелин формирует пленку, которая отталкивает пыль. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.